Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим очень вкусный, сытный салат в нежных яичных блинчиках. Моим домашним такой салат очень понравился. Надеюсь, и вам он придется по вкусу. 100 граммов сухого риса нужно отварить до полной готовности. А пока рис варится, подготовим остальные ингредиенты. Довольно крупный помидор нам нужно нарезать кубиками. Нарезанные помидоры я пока сложу в дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага, лишняя жидкость. Теперь небольшим кубиком нарежем копченую курицу. У меня здесь один окорочок довольно крупный. Нарезаю вот такими кусочками. 100-120 граммов сыра тоже нарежем небольшими кубиками. Нарежу небольшой пучок свежей петрушки. Также добавляю в общую миску. Добавляю помидоры. Добавляем отварной рис. Для заправки я возьму пополам сметану и майонез. Ссылочку на домашний майонез я оставлю под видео в описании. Здесь у меня по 50 граммов. Добавляю чайную ложку горчицы. Посолю. И добавлю черный молотый перец. Тщательно перемешиваю и заправляю салат. И теперь как следует все перемешаю. Готовим яичные блинчики. 5 яиц вбиваю в миску. Добавляю 100 мл молока. 2 столовые ложки крахмала, солю и как следует все объединяю венчиком, так чтобы не было комочков. Сковородку хорошенько разогреваем, смазываем растительным маслом и жарим тонкие блинчики. На один блинчик примерно половина половника. Как подрумянится, переворачиваем и еще буквально полминутки. Так, вот блинчик готов. Всего у меня получилось 10 вот таких тоненьких блинчиков. И теперь нам их нужно нафаршировать салатом. В серединку кладу пару столовых ложек салата. Блинчик собираю в мешочек. И обвязываю перышком лука. Лук я предварительно ошпарила кипятком. Тогда вот он становится таким мягким и послушным. И легко завязывается и не рвется. Так. И затягиваю. В итоге получается вот такой симпатичный мешочек. Ну, таким же образом я сделаю с остальными блинчиками. Нежный, тоненький яичный блинчик, а внутри вкусный, сытный, сочный, чуть остренький салат. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока, увидимся!